Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации в нарушении требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне допустил бесконтрольное нахождение постороннего лица в режимном помещении без служебной необходимости. Указанные действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение государственной тайны». На основании изложенного в целях предупреждения совершения преступления объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.